Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня я объявляю конкурс номер 53. И, конечно, мы подведем итоги прошлой недели. Итоги нового конкурса номер 53 мы подведем ровно через неделю, в следующую пятницу, 8 сентября. Или, если я не успею выложить 8 сентября, потому что видео People будет, то 9. Но я иногда так делаю, думаю, вы уже заметили. Но снимаю я все равно в пятницу. Сейчас, например, уже 11 час вечера, но пятница. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех с Днем Знаний и с началом нового учебного года. У нас в конкурсе два победителя в неделю. Один из Инстаграма, другой из ВКонтакте. Но призовой фонд один. В нем много призов как для домашних животных, так и для тех, у кого их нет совсем. Например, классные настольные игры. Победитель выбирает один приз на выбор, а остальное я докладываю в посылку, исходя из пожеланий самого победителя или из того, что мне ему хочется подарить. Давайте посмотрим, что выбрали победители прошлой недели. Победитель из Инстаграма выбрала классную настольную игру Фантастик Гимнастик. Я в нее как-то играла с парнем в видео на своем лайв-канале. Ссылку на мой лайв-канал я оставлю в описании под этим видео. Также в посылочке победительница найдет 4 классные резинки-пружинки. Победительница во ВКонтакте захотела украшение Леди Коллекшн. Поэтому она увидит в посылочке классный ободок Микки Маус. Еще вот такой классный брелок кукла, розовый браслет и классное зеркальце в сумочку, двойное. А также 4 резинки-пружинки. Что нужно сделать, чтобы принять участие в наших конкурсах? Конечно, ты должен быть подписчиком канала Elidy Pets, поставить палец вверх этому видео в знак поддержки идеи розыгрышей, ну а дальше определить, где ты будешь принимать участие в конкурсе, в Инстаграме или ВКонтакте, или и там одновременно, что тоже можно. Если ты хочешь принять участие в конкурсе в Инстаграме, в описании под этим видео ты найдешь ссылку на конкурсный пост в Инста. Он выглядит как и большая красная коробка. Свой профиль в Инстаграме выкладываешь точно такую же фотографию с красной коробкой, и в описании к этому посту обязательно указываешь два моих инстаграма: нижнее подчеркивание LED и инстаграм о питомцах LED нижнее подчеркивание Pets. Не забудь указать конкурсный хэштег, на этой неделе он LED53, и также написать что-нибудь о себе в описании к фотографии: как зовут, откуда ты, есть ли у тебя домашние животные, ну что-то о себе. А если ты хочешь принять участие в конкурсе во ВКонтакте, в описании под этим видео ты также найдешь ссылку на конкурсный пост в ВК. Джина встала. Этот пост находится в нашей группе ВКонтакте о питомцах. Вступаешь в эту группу, делаешь репост этой записи к себе на стенку и закрепляешь. Ну а также в описании в этом посте ты найдешь ссылку на наш паблик, туда тоже нужно вступить. И теперь нужно дождаться назначенной даты. Ну а теперь пришло узнать победителей на этой неделе, и начнем с Инстаграма. Я зашла в ваши публикации по хэштегу LED52, это хэштег прошлой недели. Давайте пролистну разочек, где-то здесь будет наш потенциальный победитель, но пускай будет вот здесь. Так, хэштег конкурсный есть, отметка LED есть, отметка LED Pets есть. Заходим в профиль. Катя Евграфова. Давайте посмотрю профиль. Ну что, я посмотрела достаточно интересный инстаграм, теперь проверяем подписки. Итак, подписка на LED есть и на LED Pets тоже есть. Получается, Катя Евграфова становится нашей победительницей в инстаграме. Катя, пиши мне в директ, поздравляю! Ну а теперь давайте узнаем победителя во ВКонтакте. Вот она, наша группа ВКонтакте. Конкурсный пост находится на стенке сообщества, его можно найти или кликнуть прямо на ссылку, которая есть в описании под этим видео, сразу попадете тоже на конкурсный пост. И здесь в описании есть ссылка на паблик, куда тоже нужно вступить, чтобы принять участие в конкурсе. Я скопировала ссылку на конкурс и перехожу в приложение, которое помогает нам рандомно определить победителя. Вот она, эта ссылка. У нас приз называется «На выбор». Количество участников один. Помните, что аватарка должна быть реального человека. И я вам желаю удачи. Нажимаю кнопку «Определить победителя». Итак, Катя Соловьева. В группе ВКонтакте Катя есть. В паблике тоже есть. Зайдем на страничку. Меня зовут Катя, у меня есть собака русский спаниель Чар. Отлично. Ну что, довольно интересная страничка. Получается, Катя Соловьева становится нашей победительницей во ВКонтакте. Катя, напиши мне в личку. Поздравляю, принимайте участие в наших конкурсах, и вы непременно выиграете. Увидимся!